В Шетском районе активно продолжают восстанавливать дороги. На въезде в село Красная Поляна отремонтировано 5 километров дорожного полотна. Из областного бюджета на эти работы было выделено 42 миллиона тенге. На ремонт дорог в селе Красная Поляна предусмотрено 242 миллиона тенге. Из них в этом году выделили 42 миллиона. На эти средства сделали ливневки, заасфальтировали 500 метров автодороги и 5 километров дорожного полотна при въезде. В этом году в нашем селе было реализовано несколько проектов. Эта дорога много лет нуждалась в ремонте. Мы стараемся делать поэтапный ремонт один за другим. Для предотвращения весенних паводков в селе устанавливают дамбы. Работы будут завершены к 2025 году, говорят эксперты. Возле нашего села протекает река Щерубай-Нура. Чтобы избежать наводнения во время весенних паводков, мы уже сейчас устанавливаем дамбы. У нас был такой вот проблемный участок вот этой дороги. Вроде бы небольшое расстояние, 5 километров. Но мы постоянно убивали здесь машины. Не то, что машины, даже пешком нельзя было пройти. Были ямы, ухабы. Сейчас, слава богу, нам отремонтировали дорогу. Дорога прекрасная. Правда, немножко еще не закончена, но я надеюсь, что ребята закончат. Мы очень рады. Сейчас можно проехать нормально, пройти нормально. Дети очень довольны. Ремонт внутренних дорог в селе Красная Поляна будет продолжен. Со следующего года специалисты приступят к восстановлению дорог в селе Бекет. Динара Сартаева, Талгат Абдрахманов, Роман Копылов, телеканал Сарыарка.